Новости на государственном телеканале «Западная Армения». Здравствуйте. Сегодня в эфире. Сыны Западной Армении Серян Симонян. Вопросы армян Западной Армении. Меморандум известной консалтинговой компании Вашингтона. Почему вы именно сейчас стали гуманистом, когда люди неделями страдают? Артак Бегларян. Группа вынужденных переселенцев из Арцаха ждет проезда французской колонны. Армянский варагабанг Вана на грани исчезновения. Армянские спортсмены на чемпионате мира по ушу кунг-фу завоевали 1 золотую, 2 серебряные и 2 бронзовые медали. Сыны Западной Армении Сейран Симонян. С первого дня войны в составе десантно-штурмовой роты Сейран участвовал в боевых действиях в Талише, Агдабане и Матаисе. С 22 октября защищал Сирол Шехер. На третий день осколок артиллерийского снаряда поразил спину Сейрана. Ребята роты довели Сейрана до машины скорой помощи, но спасти его, увы, не удалось. Было повреждено легкое. По дороге в госпиталь Сейран скончался. Семья проживала в общине Туманян Лорийской области. Из 4 детей Сейран был вторым ребенком в семье. Учась в 9 классе, решил бросить школу, поступить в военную академию, чтобы стать военным. Родители были против этого. Поступил в ремесленное училище города Алаверди. После службы планировал поехать в Россию к отцу и работать строителем. За 2 месяца до армии работал с друзьями над строительством по восстановлению Кобайра-Банка. После гибели Сейрана мы часто там бываем, рассказывает мама. В январе 2019 года Сейрана призвали на службу в Арцах. По собственному желанию его перевели в десантно-штурмовой батальон Дарпона. Там он был гранатометчиком. При разговоре с родителем службой был доволен. Первые 4 дня войны на связь Сейран не выходил, так как в Талыше шли ожесточенные бои. Начиная с 2 октября Сейран звонил 2 раза в день. Убеждая родных, что в боевых действиях не участвует, беспокоиться родным незачем. Последний раз Сейран позвонил в ночь на 22 октября. 23 и 24 октября Сейран не звонил. Я ждала его звонка 25 числа, так как в этот день был его день рождения. В этот день моему сыну Сейрану исполнилось бы 20 лет, но мой сын так и не позвонил. На следующий день я узнала, что Сейран погиб, рассказывает мама. Сейран Симонян посмертно награжден медалью за отвагу и медалью имени Туманяна. Похоронен в общине Туманян на семейном кладбище. Завоеватели, вторгшиеся на армянское Нагорье в разные периоды, взяли на вооружение политику ассимиляции армян, основным методом осуществления которой было насильственное обращение в веру. Во время проникновения тюркского элемента в регион и создания государственных единиц коренное немусульманское население составляло большинство. Завоеватели поставили перед собой задачу изменить картину и создать исламское большинство, исламизируя коренные народы. Армяне, будучи одной из основных немусульманских наций Османской империи, периодически подвергались принудительной исламизации. Известно, что с 1915 по 1923 года тысячи армян были принудительно исламизированы. Мишенью номер 1 похищения и исламизации во время геноцида армяноциды были армянские женщины и девушки. Похищая их, мусульмане избавлялись от тяжелого финансового бремени галхагни, выплачиваемого во время браков, пополняя свои гаремы. Много фактов об исламизированных армянских женщинах появляются позже, когда Османская империя, потерпевшая поражение в Первой мировой войне, была вынуждена предпринять шаги по возвращению армянских женщин, проживающих в мусульманских домах. Факт того, что для многих армянок жизнь после замужества с мусульманами была насыщена различными травмами, не подлежит сомнению. В одном из интервью проживающего в Европе турецкого исследователя Угура Унгора в ходе исследований мы встречаем весьма примечательный и красноречивый факт. В беседе с Унгором курский политик Вана рассказал, что его бабушка была армянкой. Вышеупомянутый политик добавил, что не понимал, почему мрачная и подавленная женщина, проклиная свою семью, называла их курдскими негодяями. В результате принудительной исламизации армянских женщин в годы геноцида, армяноцида, сегодня в оккупированной Западной Армении сформировался слой общества армянского происхождения. В основном это армянские бабушки. По этому поводу Грандых сказал следующее. Сегодня, когда вы путешествуете по Западной Армении, почти везде, во многих семьях, вы можете встретить людей, которые скажут вам: «Мой дедушка и моя бабушка армяне». Сегодня в оккупированной Западной Армении факт армянских бабушек очень распространен, что послужило материалом для современной турецкой документально-художественной литературы.
базирующаяся в Вашингтоне консалтинговая компания опубликовала меморандум по армяно-азербайджанским переговорам, сосредоточив внимание на Арцахе. Цель меморандума – представить аргумент, что армянский народ Арцаха имеет как минимум право на внутреннее самоопределение. Текущие переговоры должны обеспечить содержательную и эффективную защиту данного права. Арцах был в составе армянского государства признан в 1920 году. Автономный статус Арцаха со времен Советского Союза и право армян Арцаха на самоопределение должны служить ориентиром дальнейшей судьбы и статуса народа Арцаха во время переговоров между Республикой Армения и Баку. Следует подчеркнуть, что меморандум не должен трактоваться как пропаганда конкретного результата переговоров между Арменией и Баку. Прежде всего, данное решение – право сторон переговоров народа Арцаха. Геноцидальный режим Алиева, окруживший народ Арцаха 261 день и удерживающий его в полной осаде 77 дней, решил сделать очередной дешевый пропагандистский ход. Об этом на своей странице в Facebook написал советник госминистра Республики Арцах Артак Бегларян. Они ждали, пока в результате их политики геноцида нехватка муки в Арцахе достигнет критического уровня и тысячи семей вообще останутся без хлеба, чтобы после этого на грузовиках Красного полумесяца отправить муку из Акна, якобы с целью помощи народу Арцаха. Их театрально-провокационные машины находятся на подконтрольной им территории и не могут пересечь КПП Арцаха. Несколько вопросов к авторам этой супергуманистической мысли. Если вас так беспокоит проблема нехватки продовольствия в Арцахе, почему вы так долго не открываете Бедзорский коридор? Почему вы вдруг стали гуманистом именно сейчас, когда люди неделями страдают и даже умирают из-за вызванной вами острой нехватки продуктов питания и других жизненно важных товаров? Если это действительно гуманитарный груз, то почему вы не отправили груз через Международный комитет Красного Креста и задействовали Красный полумесяц, действующий под вашим фактическим подчинением? Проверяли ли вы в международных лабораториях, чтобы вдруг азербайджанцы, участвуя в цепочке производства и поставок муки, не смешивали с мукой токсичные вещества в духе поощряемой вами политики арменофобии и убийств армян? Полную статью можно прочитать по указанной ссылке. Гуманитарная колонна из Франции в сопровождении мэров крупнейших французских городов вышла из Корнидзора и отправилась к мосту Акаре, пишет Step 1AM. Колонну сопровождает группа вынужденных переселенцев из Арцаха, которые хотят направиться к родным. Как нам сообщила председатель общественной организации «Возвращение к Дизаку» Маргарита Карамян, они находятся в Корнидзоре, где установлены палатки. 22 июля группа арцахских вынужденных переселенцев в сопровождении журналистов направилась к мосту Акаре с требованием, чтобы российские миротворцы обеспечили им проезд в Арцах для воссоединения с родными. Миротворцы отказались. После акции международные организации удостоверились, что утверждения Баку об открытости коридора ложные. Армянский монастырский комплекс Варагаванг, села Бакрачлы, района Ипекюлу, провинции Ван, находится на грани уничтожения. Большинство церквей Варагаванга уже не существует. Все, что осталось, это стены и камни. Из комплекса частично сохранились только одна церковь, которая также находится на грани разрушения. По данным источников, в настоящее время церковь находится под опекой курдского пастыря, проживающего в селе. Отмечается, что монастырский комплекс ни при каких властях не ремонтировался и заброшен государством. Только в Ване более 100 церквей, из которых отреставрированы церковь Сурбхач на острове Ахтамар и церковь Сурб Асватацин в Эдремите Артамете. Отметим, что Варагаванг был построен в 7 веке в исторической провинции Васпуракан в юго-восточной части города Ван на западном склоне горы Вараг. Раньше это была резиденция архиепископа Вана. Спортсмены Федерации традиционного ушу Армении приняли участие в чемпионате мира по ушу кунг-фу, проходившем Эмейшани при поддержке Министерства образования, науки, культуры и спорта, и завоевали одну золотую, две серебряные, две бронзовые медали. Арташес Авакян удостоился звания чемпиона мира, завоевав золотую медаль. Это исключительное достижение в истории армянского ушу за 22 года. Авакян также завоевал серебряную медаль. Другой представитель Армении, Геворг Еритян, завоевал на чемпионате мира по ушу кунг-фу одну серебряную и одну бронзовую медаль. Сирануш Авакян стала бронзовым призером, поднявшись на третью ступень пьедестала почета. И в завершении новостей послушаем музыкальное произведение. Thank you.
Такими были новости на сегодня. Всем мира и добра.